друзья, сегодня у нас на канале новый ножевой бренд CMB Knife. Довольно-таки качественный, начиная с упаковки. Приходят ножи в красивой, интересной коробке. И внутри чехол на два отделения, плюс фирменная салфетка. Откуда растут ноги, на чьих мощностях производится данный бренд? Я думаю, что за всем этим стоит Максис. Потому что эти ножи продаются эксклюзивно в том магазине, где основной ассортимент состоит из ножей данной компании. Да, они выделены в отдельную вкладку CMB Knife, но если вы перейдете во вкладку Maxis, то тоже найдете эти же самые ножи. Надеюсь, я никаких секретов не выдал и продавец на меня не обидится. На рукояти Микарта есть небольшая 3D обработка, фурнитура под торкс в Паттайях. Лайнеры стальные спрятаны в Микарту, из Микарты той же бэкспейсер с темлячным отверстием. С обратной стороны клипса интересный момент, изогнутой формы, но титановая. Сидит в Паттайе на двух винтах, глубокой посадки, но посажена не максимально глубоко. На карман нож садится отлично и без проблем извлекается из кармана. Также в продаже доступна полноценная Black версия. Здесь на борту черная микарта, черная фурнитура, черный бэкспейсер, клипса и клинок. Клинок располагается четко по центру. Внутри керамические подшипники, керамический шарик детента. На осевом присутствует лыска и вокруг осевого на клинке, как говорится, достаточно мяса. Открывается за небольшой плавник. Это у нас фронт-флиппер. Легким движением большого пальца клинок выстреливает. Механика без люфта. Отлично работает нож, несмотря на то, что здесь небольшой вес и клинок не инертный. Но достаточно инерции, чтобы хорошо вылетать из рукояти. Если мы заглянем внутрь рукояти, увидим, что стальные лайнеры утоплены и максимально облегчены. Баланс четкий. Вес у ножа небольшой, всего лишь 67 грамм при длине клинка от начала рукояти до кончика 78 миллиметров. В обухе не толстый, 3,2 миллиметра. Подробно рассмотрим клинок. Форма клинка Spearpoint, есть небольшое фальшлезвие ближе к кончику, высокие спуски практически от обуха, обработка Black Wash. Есть логотип компании, тоненько сведенный, ровные подводы с обеих сторон. Логотип дизайнера и маркировка стали К110. На светлой версии двойная обработка, продольный сатин плюс стонвош на спусках. Логотипы те же самые. В руке нож фиксируется хорошо благодаря микарте на рукояти, но нужно учитывать, что нож сам по себе небольшой. И это хорошо сказывается для EDC. Нож неощутим на кармане, очень легкий и достаточно резучий, благодаря тонкому сведению и не толстому обуху. Также положительно сказывается на удержании отсутствие плавника. То есть это у нас фронт-флиппер, плавник фронтальный и полностью прячется при открытии в рукоять, что дает возможность нам близкого хвата, то есть с плавником мы бы удерживали вот так, не совсем удобно, ближе хват и бонус, удобно работать на дощечке, плавник не мешает для реза. Хочу сделать небольшое уточнение по стали К110, потому что после моих обзоров многие ошибочно начали воспринимать ее как нержавейку. На самом деле это не так. Повторюсь, состав у К110 практически один и тот же, что и у стали D2. Соответственно, она нуждается в таком же уходе. Единственный, подчеркиваю, ключевой момент – это то, что К110 лично у меня нержавеет от лежания на полке, как, например, та же D2, но после работы требует такого же ухода. Многое, конечно, зависит от климата, и если у вас есть какая-то предрасположенность, часто ржавеют ножи, то лучше покупать их в обработке, например, с блэквошем. Здесь обработан клинок, керамические подшипники, очень мало шансов, что этот нож заржавеет. Если у вас
с этим проблем нет, то можно покупать ножи без обработки. То есть здесь есть, конечно же, обработка, это сатин и стоунвош, но это менее защищает от коррозии, как тот же Blackwash. Больше всего подвергается коррозии такая обработка, как Bitblast, но, к счастью, на данных моделях она отсутствует. Здесь только Blackwash и сатин плюс стоунвош. Кстати, если обратили внимание, я перекрутил осевой винт, мне кажется, вот так смотрится гармонично, то есть здесь под гладкую клипсу идет вот такой гладкий осевой. Здесь есть торкс, с обратной стороны все наоборот. Не знаю, как лучше, напишите, если я не прав. Но мне кажется, что для черного варианта именно перекрученный вот такой осевой, это более выигрышный вариант. Что по цене? Стоят ножи недешево, стартовая цена более $60. Что можно сделать? Первое, это использовать купон, который доступен на странице продаж. И второе, договориться с продавцом. Продавец общительный и какую-то разумную скидку, я думаю, он вам предложит. В целом, ножи неплохие, в особенности, если учитывать, что впереди жаркое лето. И вам понадобятся легкие, какие-то красивые, резучие EDC варианты. Как, например, нож от CMB, модельки сами. На этом все, до новых встреч, пока!